Каждый час, каждую минуту они готовы прийти на помощь в трудной ситуации. Свой профессиональный праздник, День сотрудника органов внутренних дел, отметили областные полицейские. В ходе торжественного мероприятия действующие сотрудники вспомнили коллег, отдавших свои жизни при исполнении служебных обязанностей. Поблагодарили ветеранов, которые много лет прослужили охране общественного правопорядка и продолжают вносить существенный вклад в воспитание и становление молодых сотрудников. Передают богатый опыт и лучшие традиции службы. Российская полиция является неотъемлемой частью нашего всего общества и развивается вместе с ним. Ее глубокие корни и традиции восходят к 305-летней истории Министерства внутренних дел. Есть немало поводов гордиться деятельностью сотрудников органов внутренних дел. Благодарственными письмами, ведомственными орденами и медалями наградили отличившихся полицейских и ветеранов ведомства. Не забыли при этом поблагодарить и родителей молодых сотрудников за достойное воспитание, привитие чувства справедливости и ответственности. Завершилась торжественная часть небольшим концертом, который подготовили для полицейских учащиеся правоохранительного класса 8-й Биробиджанской школы. Андрей Кирюшин, Новости 21.